Еще раз добрый день. Мы с вами продолжаем сегодня наш курс по этнографии. И, как я вам обещала, сегодня мы разбираем такую значимую даже тему, как этнография Пресвятой Троицы. Значит, этнография Святой Троицы в какой-то мере эта тема проще, чем этнография Христа, Божьей Матери, потому что есть меньше вариаций, меньше каких-то иконографических типов, но, с другой стороны, она сложнее в том плане, что, в принципе, догмат Троицы — это сложный догмат, это одна из самых сложных частей христианского учения, как вы понимаете, и поэтому, естественно, вопрос об изображении этого догмата, да, Святой Троицы, вообще Троицы, изображение Троицы, он тоже достаточно непрост. И к этому, к этой проблеме христианство и христианское искусство подошло не сразу. В принципе, как мы помним, в представлении первых христиан Бог был неизобразим, да, и христиане не сразу пришли к тому, чтобы изображать Бога в принципе. А тем более сложным был путь к изображению Бога как Троицы, Бога в трех лицах. И вот очень часто, как бы, свидетельствами ранних изображений Троицы называют изображение явления трех ангелов Авраам. Это древнее изображение. Такие изображения действительно встречаются достаточно рано. Вот этого ветхозаветного сюжета, да, когда три ангела явились у дома Мавриска, Аврааму, и возвестили ему о том, что у него все-таки родится сын, да, уже в преклонные годы, от которого потом впоследствии произойдет спаситель мира. Такие сюжеты можно встретить и в катакомбах. Вот видите, это росписи катакомб, то есть это еще относится к первым трем столетиям христианства. И также в достаточно древних тоже мозаиках, которые, ну, уже не ранние христианские, в том смысле, что они не в эпоху гонений не создавались, но они создавались почти сразу после. Но ни те, ни другие сюжеты в древней церкви не ассоциируются с изображением Троицы. Это важно помнить. Потому что, ну, когда мы, в принципе, говорим, когда я вам говорю, там икона Троицы, да, первое, что приходит вам в голову, я думаю, это какая икона? Люблёвская, либо, ну, то есть та иконография, которую мы видим у нас с вами в храме, да, в иконостасе, это Троица. Это именно изображение трех ангелов, явившихся Аврааму. Но можно разделять в данном случае вот эту иконографию как Троицу и эту иконографию как явление, как гостеприимство Авраама. Это все-таки немного разные вещи. И вот древние сюжеты, они все-таки не позиционируются как изображение Троицы. И вот в частности, ну, касаемо катакомб, это в принципе сюжетное, просто передача сюжетного ветхозаветного образа и пророчества, да, и события. А что касается вот этой иконографии, здесь она достаточно развернутая, да, сначала как ангелы пришли к Аврааму, и потом как он их принимает, да, у себя дома, скажем так, и угощает. Так вот, что нам здесь в этом изображении очень четко дает понять, что здесь прочтение Троицы не стоит искать. Потому что обратите внимание, когда мы видим вот это явление, здесь очень четко выделен один ангел. Он выделен сиянием, а мы с вами уже на предыдущих занятиях говорили о том, что сияние — это признак божественного достоинства, это признак особой какой-то святости, значимости, но чаще всего все-таки божественного достоинства. Так вот, трактовка вот этого ветхозаветного сюжета не в иконографии, а в богословии в принципе, она существует разная. И вот одна из них — это то, что Аврааму явился Бог, то есть в одном из ангелов, один из ангелов — это как бы было явление Бога, а два других — это были просто ангелы, небесные силы. И вот в данной иконографии видите именно такое прочтение этого сюжета, именно такое богословское осмысление этого сюжета. Не Троица, да, явился Бог в сопровождении двух ангелов. Но, тем не менее, да, действительно, этот сюжет потом, со временем, трансформируется в наиболее привычное, наиболее узнаваемое нам изображение Святой Троицы. Наиболее привычное, наиболее узнаваемое, но не единственное. И поэтому я хочу сразу вам показать три варианта. Прошу прощения. Изображения Святой Троицы, которые сформировались в течение времени, который мы имеем в настоящий момент времени. Что такое сегодня компьютер с нами
решил поговорить просто серьезно. А я даже мерз. По-моему, наоборот, уже жарко. Итак, три варианта иконографии Святой Троицы в христианском искусстве. Первый, который я вам хочу назвать, не Троица Заветная. Первый – это Этимасия или, прошу прощения за опечатку, Престол Уготованный. Конечно. Престол Уготованный. Второй вариант – это знакомая нам с вами так называемая Троица Ветхозаветная, потому что сюжет взят из истории Ветхого Завета. Ну и третий вариант, он, скажем так, как антипод вот этому получил название Троица Новозаветная, или второй вариант названия – это Отечество. Почему Новозаветная? Ну, потому что здесь уже изображается вторая ипостась, изображается таким образом, как она явилась миру во время, то есть через Христа, да? То есть он изображается через Христа. Вот. С точки зрения древности формирования, вот именно как Троица, вот эти два варианта почти равны, наверное, вот это даже можно считать более древним. Хотя, еще раз повторюсь, как сюжет, гостеприимство Авраама появилось рано, но вот именно как Троица, наверное, все-таки чуть позднее он утвердился. Ну и, конечно, самым поздним является вот эта Троица Новозаветная. Теперь давайте мы с вами о каждом варианте поговорим отдельно. Первый вариант. Этимасия. Этимасия – это по-гречески. Вот здесь я без опечатки сделала, престол уготованный. Что означает этот сюжет? Где его можно, в принципе, встретить, если вы не обращали... Вы однозначно с ним сталкивались, просто, может быть, не обращали внимания. Но я вас убежу, или как это, убедю, что вы его видели. Вот. Сейчас, ну, короче, убедитесь, что вы его точно видели. Но не конкретно вот этот, но, в принципе, престол уготованный. Но сначала давайте разберемся с символом. Это однозначно символический способ изображения. Да? Вот тот самый близкий к подходу первых христиан, когда изображают, когда представляется нам догмат не через образы, а в принципе через символы. Смотрите, да, сам престол. Престол в данном случае это не чаще всего именно престол, на котором сидят, престол как трон. Реже это престол, на котором совершается богослужение, как правило, позднее вот вариант появляется. Здесь подушка вот должна быть. Вот. Это престол, который, конечно, символизирует Бога Отца. Это книга, слово, Евангелие. Вначале было слово, и слово было к Богу, да? Это символ, конечно, второй ипостаси Бога Сына Иисуса Христа. И на книге может либо сидеть, либо сверху на всю эту композицию может опускаться символ Святого Духа в виде голубя. Таким образом, здесь соединяются три ипостаси, и это является символическим изображением Святой Троицы и Предвечного Совета Святой Троицы. Где же можно встретить такие изображения? Чаще всего в сюжетах Второго пришествия можно встретить вот именно такой способ изображения, Этимасию. Кроме того, такие сюжеты встречаются в первом тысячелетии, 5, 6, 7 век, в мозаиках, в росписях вы можете встретить тоже престол уготованный. Там он часто не изображение Второго пришествия, но просто он фигурирует, как бы заменяет собой изображение Бога. Там, где мы сейчас изобразили, например, Христа на троне, вот христиане там 5-6 века изображали престол уготованный очень часто. Они изображали всю Троицу вот таким символическим образом. Сейчас я вам покажу пример таких изображений. Вот что я имею в виду, когда говорю о древних мозаиках. Да, вот видите, это в принципе конха алтарная, это мозаика, то есть это мозаика в своде. Точнее, не конха, прошу прощения, это свод круглый. И видите, апостолы идут, да, вот они с таким обращенным молитвенным жестом, они идут вот к этому самому престолу, трону, престолу уготованному, который здесь символизирует Бога. Он заменяет изображение. Здесь бы мы сейчас с вами современный иконописец, скорее всего, поместил бы Христа. А вот тоже вариант престола уготованного, совершенно очень нарядный. Это все Равенна. Отмечу, да, еще раз стоящее место, да, чтобы познакомиться с древним христианским искусством. Видите, здесь все настолько нарядно, что рассмотреть этот престол не так просто. Вот он, на нем лежит книга, да, и крестик это все дело венчает. Ну, а теперь доказательство того, что все вы видели этот сюжет. Я специально поместила вот этот слайд. Я уверена, что все были хотя бы один раз в нашем Успенском соборе, хотя бы один раз оборачивались на запад, но, возможно, не поднимали голову.
в следующий раз, когда будете, имеет смысл это сделать. И вот он, престол уготованный. Да, там наверху спускается Спаситель во славе. В прошлый раз, позапрошлый раз мы с вами говорили об иконографии Христа, и вам говорилось, что вот это вот Христос во славе в сюжете Второго пришествия встречается в нашем Успенском соборе, и также встречается и Этимасия. Присутствует она в этой иконографии, в этой росписи, выполненной Андреем Рублевым и Даниилом Чарлом в 15 веке. Поэтому за иллюстрацией далеко ходить не нужно. Но эти сюжеты встречались и не только в монументальной живописи, но могли встречаться и в станковой, то есть в иконах, хотя, конечно, реже. Но, тем не менее, вот это пример вам на иконной доске изображение престола уготованного, за которым стоит крест. Кстати, обратите внимание, здесь еще наклоны перекладины сильно не заворачивались. Здесь она именно подножие, то есть она наклонена в другую сторону. Но это достаточно древняя икона. Часто вот такой сюжет помещали на оборотной стороне иконы, например. Особенно если икона была вносной или просто она размещалась так, что оборот, ну, можно было увидеть, то, например, могло на лицевой стороне быть изображение Божьей Матери, например, а на оборотной стороне вот такое вот изображение престола уготованного. Такие примеры можно встретить и достаточно часто. Ну и вот этот сюжет, балканская фреска, тоже престола уготованного. Здесь очень наглядно видно просто, что престол имеется в виду именно трон, седалище, такой, как вот здесь, прям в виде такого кресла с подлокотниками изображен. Вот, ну так, вот здесь будут, иногда, на самом деле, вот здесь вот голуби нет, то есть иногда не обязательно вот все три атрибута именно вот так должны здесь пересекаться. Вот. Иногда здесь может быть просто, например, сияние. То есть Святого Духа в виде голуби, ведь он является в сюжете крещения, по сути. Да? Это не единственный способ, которым он являлся миру. Например, он являлся в виде огненных языков во время Пятидесятницы. Поэтому символов Святого Духа, их в принципе может быть тоже несколько. Поэтому не обязательно всегда искать именно голубя. То есть по сути своей... Вот если есть основные атрибуты, да, вот этот престол, он всегда символизирует уже Бога, да. Вот если есть на нем книга и если фигурирует голубь, то уже это соединяет в себе Троицу. Таким образом, вот это первый вариант, который мне хотелось бы запомнить, возможно, о котором вы не задумывались, как вот об иконографии Троицы, да, именно Троицы. Он очень глубокий, очень символичный и такой, пожалуй, наиболее бесспорный, если можно так выразиться. Да? Здесь, не, ну, здесь исключаются вопросы, можно ли, нельзя ли, вот как же Бога никто же не видел, да, не видел, вот поэтому и изображается символ. Второй вариант, так называемая Троица Ветхозаветная, вырастает из сюжета гостеприимства Авраама, собственно, с чего мы с вами и начали наш разговор. И поначалу это провести вот такую четкую грань, такую демаркационную линию, да, когда вот это еще гостеприимство Авраама, или, например, уже Троица, очень сложно. Потому что и до появления вот этой иконы Рублева, и после существовали и продолжали существовать образы, когда не такие минималистичные, скажем так, то есть когда вокруг и Авраам, и Сара, и Тельцы, и Явство, и... Эти иконы подписывали уже как Троица, хотя они, ну, содержали все атрибуты гостеприимства Авраама. И до этого, соответственно, нельзя говорить, что иконы, писавшиеся до этого, нельзя называть Троицей. Ну, в общем, это понимание этого сюжета как Троицы, истолкование, оно формируется очень постепенно. И, ну, наверное, было бы ошибочно сейчас назвать какую-то строгую дату, век, там, не знаю, какое-то событие, которое вот прям вот точно вот после этого можете считать все это Троицей. Так делать, я думаю, не стоит, и мы не будем с вами этого делать. Единственное, я хочу отметить, что действительно именно у Рублева мы встречаем, по крайней мере, первую из сохранившихся, да, образов, когда вот Троица, она, этот сюжет, он как бы избавлен от всех, почти всех дополнительных деталей. Здесь есть немножко пейзажа на заднем плане, и не более. Да, мы не видим ни Авраама, ни Сары, мы даже не видим особо тут каких-то угощений. Собственно, этот сюжет явно здесь имеет символическое истолкование. То есть вот это такой явный пример этого символического истолкования сюжета.
Был ли Рублев в этом первый? Сложно сказать, но, по крайней мере, это самое древнее из сохранившихся, еще раз говорю. Ну, и мы точно знаем, что она позиционировалась именно как икона Троицы, потому что она была написана для Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры как храмовая икона, да? То есть это уже нам как бы документально подтверждает, что она писалась вот именно как Троица. Давайте немножко, несколько слов скажем о символике этой иконы. На самом деле о ней столько сказано, что даже как-то немного неловко, наверное, еще раз возвращаться к этому. А вдвойне я осторожно стараюсь говорить об этой иконе, потому что, на мой взгляд, даже слишком много о ней сказано. Слишком много в ней пытаются искать, но как-то на ней немножко даже, может быть, где-то спекулируют, пытаясь просто, как выражаясь языком Сальери, я музыку разъял как труп, вот эту икону пытаться разъять, на части, да, там, искать в ней композиции, золотое сечение. Да, вероятно, все там это есть, это можно найти, но тем не менее превращать эту икону в какой-то, я не знаю, оракул христианского искусства тоже не стоит. Тем не менее, действительно, композиция очень уравновешенная, очень очищенная от своих дополнительных деталей. Мы видим с вами трех ангелов, которые действительно, они хорошо вписываются в круг, и такое создается ощущение такого покоя, уравновешенности. Я вам говорила, что круг — это символ вечности. И я встречала такую трактовку, она действительно мне близка, что перед нами предвечный совет Святой Троицы, по сути. Да? То есть совет предвечный совет об устройстве мира, о судьбе человечества и так далее. Очень часто можно встретить желание истолковать принадлежность каждого из ангелов. Ну, вроде как раз Троица, и ангелов три, нужно срочно приговорить, кто из них кто. И, конечно, одежда центрального ангела, казалось бы, не оставляет нам никаких сомнений, кто это, да? Ну, одежда Христа, по сути, одета на среднем ангеле. И, соответственно, дальше методом исключения обычно избирают, ну, раз это Христос, то вот это, наверное, Бог Отец, потому что за ним дом, там как бы дом не... Ну, а это Дух Святой. Вроде как и одежды у него такие красивые, сине-зеленые. Вот. Что я хочу сказать? Такое истолкование имеет право быть, потому что действительно одежды Христа, иконописец здесь использовал, ну, наверняка не просто так. В то же время богословие и той эпохи, и последующих эпох очень сильно предостерегает нас с вами от того, чтобы пытаться расписать роли ангелов. И на самом деле у этой иконы может быть и другое прочтение этих трех ангелов. Вполне можно видеть в центральном ангеле и персонификацию Бога Отца. Да, он изображен в одеждах Христа, но ведь согласно богословию, которое сформировалось после эпохи иконоборчества, мы видим Бога через Христа. Да? Поэтому одежды Христа абсолютно... Помните, мы с вами говорили об иконографии Ветхий День Мил, да? Когда вообще, в принципе, мы все равно через Христа, но смотрим как бы на выражение этого Бога Отца. Кроме того, за центральным ангелом изображено дерево. Да? Очень часто вот для того, чтобы разобраться, кто есть кто, на этой иконе используют вот эти вот символы, пейзажи, элементы пейзажа, которые их тоже можно трактовать по-разному. Сейчас я вам просто покажу, как можно подтвердить и ту, и другую точку зрения. Да? Вот берем первую. Если это Христос, то дух маврийский у нас с вами символизирует крестное древо, все в порядке, он Христос. Этот Бог Отец получается, да? Соответственно, дом – это символ домостроительства Божьего, тоже все в порядке. Ну и с этим ангелом все как-то менее драматично. Это гора – символ горнего, возвышенного, и Дух Святой здесь тоже очень неплохо укладывается. Ну, а теперь поменяем этих ангелов ролями, местами. И тоже все очень доказательно. Дух маврийский – это древо жизни, которое насадил Бог в раю. И вот вам, пожалуйста. А палаты, размещенные за вот этим ангелом, это символ церкви. Символ церкви, которую основал Христос, краеугольный камень, заложенный в ее основании. Кроме того, именно
центральный ангел, если вот рассматривать вот этот вот, скажем так, сценарий этих жертв, то центральный ангел благословляет чашу, которая, в общем, символ предвечного совета, символ спасения, да, евхаристическая в каком-то смысле чаша. И в ней изображен телец, символ жертвы. Так вот, он ее благословляет. Этот ангел принимает чашу, а этот ангел как бы подталкивает к нему чашу. Таким образом, благословляет чашу отец, принимает сын, а укрепляет его Дух Святой. Поэтому, смотрите, то есть оба прочтения вполне себе имеют право быть в этой иконе. Поэтому, на мой взгляд, не нужно пытаться ни одно из них взять себе на вооружение. Я думаю, мы, конечно, не можем знать, что имел в виду Андрей Рублев. Он не оставил нам своих дневников, воспоминаний, там, своих каких-то богословских выкладок. И нельзя даже точно сказать, насколько глубоко он сам пытался вот конкретный какой-то смысл заложить, да, в этих ангелах. Поэтому, следуя богословию той эпохи и вообще христианскому богословию иконы, логичнее всего видеть здесь просто Троицу как неделимое целое, да? Не слитно, не раздельно, да? Как вот есть в догмате о Троице, и не пытаться делить ангелов. Да, видеть здесь какие-то проявления ипостаси, одежды, там, какие-то символы за их спиной, но все-таки не пытаться делить их на роли. Это не театр, да? Это символ. В значительной мере эта икона, она по-прежнему остается символом, да? Это даже не напрямую образ Святой Троицы, потому что по-прежнему они выглядят не так, да? Как выглядит Святой Дух, он никак не выглядит, он невидим. И Бог Отец тоже никак не выглядит. Только Христос видимым образом являлся людям, и не таким, да, не в виде ангела. Поэтому вот они выглядят не так. И здесь нужно видеть именно такое вот аллегорическое изображение Святой Троицы, очень цельное, очень глубокое, и в символах, еще раз, размещенных на фоне, вполне мы можем сразу закладывать, ну, видеть оба смысла, да, и домостроительство, и церковь, потому что одно вырастает из другого, и древо жизни, и крестное древо, по сути, крестное древо – это и есть древо жизни, потому что крестная жертва – это приносит спасение, да, именно крестом крестной жертвы мы с вами получили возможность спасения. Ну, и гора, еще раз говорю, здесь с ней споров меньше, это символ горнего, возвышенного, да, гора как возвышение души к вечности. По чаше, да, еще раз я вам сказала, что это чаша предложения, чаша евхаристическая, жертвенная, и в ней изображен телец. Не все иконы, как я вам уже сказала, так минималистичны. Да, кстати, что касается цвета, на этой иконе тоже нужно быть очень аккуратным. Икона очень сильно помыта при первых реставрациях, и поэтому вот эти все вот, я просто встречала тоже такие, что там полупрозрачные краски, там вот эти, нет, это просто смыли, это смыли, и фон ведь был золотой, вот тоже смыли просто, просто реставрация, как и любая наука, или как любой навык, он совершенствовался со временем, и первые реставраторы, ну, не могли еще, не обладали возможностью помыть, скажем, достаточно бережно, и вот что-то они сильно посмывали. Вот. Ну и сейчас тоже такое бывает, что просто невозможно не смыть. Поэтому не к тому, чтобы сказать, что плохие реставраторы там помыли икону Андрея Рублева до Ревкаса, до грунта. Нет, ну просто очень часто говорят, что вот там писать нужно только так, вот с этими вот промытыми до белого. Здесь, конечно, тени должны были быть, да, то есть эта икона, она выглядела значительно ярче, насыщеннее. И здесь уверенно можно судить только вот о цвете одежды центрального ангела. Ну и так, еще примеры Троицы Ветхозаветной, вот, которые чуть позднее, уже после Рублевской, создавались. И видите, они продолжают создаваться и с богатым пиром на столе, и с Авраамом, и с Сарой, да. А бывает еще на переднем плане еще и тельца зарубают, и так что там все в порядке. Вот, то есть иконописцы не отказываются и от насыщенных сюжетов, при этом подписывают их уже Святая Троица. То есть они позиционируют это уже как Святая Троица, ну как в иконографическом изводе гостеприимство Авраама, но тем не менее. Троица Ветхозаветная, второе название, да, гостеприимство Авраама этого сюжета. Видите, палаты тут встретили, вот это вот 17 век, палаты тут такие вполне себе античные, очень красивые. Кстати, вполне вероятно,
ну, я вообще не думаю, что у Авраама был Каримский ордер, да, он жил раньше, но тем не менее, тоже имеет право быть, потому что обращение к античности, оно всегда для христианства было свойственно. Периодически оно начинает возвращаться к самой античности. Вот. Но основные, как бы, центром здесь все равно продолжают оставаться вот это самое, эти самые три ангела, которые сидят за столом. Что касается каноничности, неканоничности, действительно, этот сюжет принято считать там наиболее каноничным. Ну, Этимасия, вот она, наверное, в силу своей иносказательности меньше распространилась, а этот образ такой более очеловеченный, больше полюбился, плюс Андрей Рублев тоже, ну, как личность, полюбившаяся христианскому искусству, тоже русскому, сыграл свою роль. Вот. Но, тем не менее, действительно, Стоглавый собор и последующие соборы Русской Церкви, они, скажем так, поощряли иконописцев, изографов изображать Троицу, там так писалось, как преподобный Андрей Рублев, ну, как Андрей Рублев. То есть они ставили Рублева за образец в данном случае, и они в то же время они предостерегали от деления ангелов на роли. Потому что, в частности, существовала практика, не только мы с вами пытаемся увидеть в центральном ангеле Христа по одеждам, вот у Рублева, и доходило, разумеется, до того, что центральному ангелу рисовали крещатый ним, чтобы уж наверняка. Я вам сказала, что это вот верный признак, да, когда вот крещатый ним. И вот именно от этого соборы предостерегают, от того, даже, ну, пытались вводить какие-то запретительные меры, чтобы не писать ни у одного из ангелов крещатый ним, не делить Троицу на роли. Поэтому вот все-таки, ну, мне такая позиция, по крайней мере, очень близка. Не пытаться делить здесь на роли. И вот здесь, вы видите, здесь нет ни одного из ангелов крещатого неба, хотя вот здесь тоже одежда синий-красный присутствует. Ну и третий вариант иконографии — это Троица Новозаветная или Отечество. Здесь существует два таких принципиально отличающихся варианта. Я вот сразу их здесь показываю, я думаю, что вы видите разницу, она очень такая наглядная. Отечеством, как правило, называют вот эту икону. Именно потому, что на ней выражено вот это именно Бог-Отец как старец, а Бог-Сын изображен в образе Эммануила, да, помните, говорили мы о таком варианте возрастном, он изображен отроком, и здесь как бы вот отец и сын подчеркнуты вот это именно сыновние составляющие. Да, такой, ну, на коленях сидит, то есть такой, как бы в лоне, да, он исходит от отца. И уже в вот этой сфере изображен Святой Дух в виде голубя. Второй вариант – это изображение Троицы Новозаветной, когда сын сидит одесную отца. Это такое прочтение, оно также заложено в Евангелии. Мы помним, что Христос говорит, да, что Он сядет одесную Отца, да, что Он после восшествия на небо, да, сядет одесную Отца. И вот это как бы иллюстрация вот этого обещания, обетования вот этих Его слов. Он изображен здесь сидящим одесную, то есть по правую руку от Отца, и между ними также голубь, Святой Дух в виде голубя. Поэтому, ну, чаще вот Троица Новозаветная, можно и то, и другое встретить, да, название, но вот это все-таки чаще именно Троица Новозаветная, вот это Отечество. Хотя, в принципе, они взаимозаменяемы вполне, эти названия, можно, имеют право использоваться и то, и другое. Что касается, самый сложный вопрос, да, с такими иконами можно или нельзя, правильно или неправильно. В принципе, Стоглавый собор, который назидал иконописцев следовать примеру Андрея Рублева, он как раз назидал их не писать Троицу, не изображать Троицу вот так. Почему? Ну, потому что, прежде всего, именно из-за изображения Бога Отца. Мы, когда с вами говорили про Ветхий Демид, мы говорили, что христианство, когда укрепляло свои позиции в почитании икон после иконоборчества, как бы обосновывало, что можно изображать Бога, то как-то очень четко тогда было сформулировано, что вот Бога можно изображать, но через Христа, потому что именно Христос явился в мир. И когда вот это вот такая, скажем, очень такая интересная попытка изображать через Ветхого Демми, вот это не Ветхий Демми, да, кто был на занятии, тот помнит, как отличать Ветхого Демми.
то когда через Ветхого Деми это изображение, то это все равно через Христа. Мы видим у него крещатый ним в таком случае. Это именно... И Ветхий Деми, он не фигурирует вместе сразу и с Эммануилом, и с Духом Святым. Он изображается отдельно. В данном случае это уже попытка именно изобразить Бога Отца, то есть облечь его в какую-то форму. Но как бы ни Евангелие, ни христианское учение, оно не являет нам Бога Отца, вот эту первую ипостась, в каком-то видимом образе, нигде и никогда. Поэтому все-таки христианское богословие стоит на том, что Бога Отца изображать только если снова через Христа. Потому что Христос говорит, да, что есть такое в Евангелии, да, что Его же Сын Единородный нам явил, то есть что Христос явил собой и Отца тоже, но не отдельно. А когда изображается на одной иконе рядом и Христос, и Старец, то по сути, ну, вот Он Христос, значит, и это уже попытка изобразить Бога Отца не через Христа, а рядом как-то по-другому. Да, понимаете, это на самом деле очень сложный и тонкий момент. Говорить о том, что это ужас, богохульство или грех, не стоит. Нет, конечно. Это всего лишь человеческая попытка сделать догмат понятным, на самом деле. И появление этих образов, оно связано с тем, что догмат о Троице, он сложный. Его действительно невозможно логически объяснить. И вот это желание сделать его понятным, доступным, наглядным, оно и вызывает в жизни вот такие образы. Они очень человечные. Есть отец и сын, и вот это подчеркнуто, да, что отец и сын, да. Есть вот это сидение одесную отца, и оно тоже здесь очень наглядным образом показано, как оно там будет на небесах, да, ну вот так, вот. Ну вот человеку понятно это понятнее, чем престол уготованный, да, потому что там птичка на книжке сидит, да. И это вызывает в жизни такие образы, и несмотря на то, что 100-главый собор, потом 17 веке собор, и они возвращаются постоянно к этому вопросу, они говорят о том, что вот и у Рублевской Троицы нет ангелов, дети, вот так вообще не надо изображать. Тем не менее, мы с вами встречаем десятки и сотни изображений, как на иконах, так и в настенной живописи, и этого сюжета, и этого сюжета. Они продолжают существовать, они до сих пор и существуют, и создаются, и вновь пишутся. Ну, кто-то уделяет внимание отбору сюжетов, а где-то, что выбрал там исполнитель или заказчик, то и пишется, и поэтому, собственно, эта иконография продолжает жить. Что я могу сказать о ней, вот, ну, моя точка зрения, да, что, ну, я однозначно считаю, что не сбивать такие фрески и жечь такие иконы не нужно, вот, потому что они, в общем, они отражение своей эпохи, они отражение понимания людей, там, своего времени, им было нужно, вот, может, такое, да, такое наглядное пособие, скажем так, хоть как-то понять это. Но в то же время это действительно несколько неудачно отражает христианский, то есть это отход от вот того глубокого и взвешенного отношения к иконе, которое выработало христианство, да, после кровавой борьбы за иконопочитание, да, отстояв это право на икону, все-таки право на икону как образ такой глубокий, богословский, не слишком упрощенный, да, такое упрощенное прочтение догмата. Вот, поэтому, ну, я сама не сторонник вот сейчас использовать эту иконографию, потому что все-таки она такая, она не с богословием именно иконы, она не очень хорошо укладывается, сочетается, там, коррелирует, да. Но, тем не менее, еще раз говорю, я не призываю вот эти иконы там выбрасывать, отрицать, и, ну, вновь создавать, наверное, не стоит, раз тем более существовали на это и запреты. Вот, и все, но не отрицать уже существующие. Еще раз, я думаю, вы помните, да, почему я, как нам с вами отличить, изображен, пытались изобразить Саваофа или Ветхого Деми, да, по нимбу. Еще раз напоминаю, по нимбу. Если ним крещатый был бы, то Ветхий Деми. Но это в Троице вы не встретите. Здесь ним, скажем так, звездочатый, он со звездой. Иногда бывает с треугольником просто. То это значит уже попытка изобразить Бога Саваофа. Но это, на самом деле, вероятнее всего, вот такой вот вариант родился из того, что, ну, у Христа есть особенный нимб, ну, как бы Богу Отцу тоже надо. Вот. А крест уже занят. Стал внизу, под крест,
Это лики ангелов. Это серафимы, шестокрылые. У них тела нет, у них только яички и крылышки. Но крылышки тоже так основательно подсмыты, поэтому их плохо и мало осталось. А лики, поскольку побелее, и смыть их было тяжелее. Вот, и они остались. Это все лички такие маленькие. Лички у них под ногами. А вот это, кстати, круги, это тоже изображение низких чинов. Помните, мы с вами уже встречали такие круги в сюжете «Спаса в силах». Он там тоже ногами опирается на эти круги. Это изображение ангельских чинов, которые называются престолы. Помните, там престолы, начало, власть, силы, господство. Вот престолы — это херувимы и серафимы. Понятно в целом, да, по этим сюжетам? Еще раз, Отечество, да, Троица Новозаветная. Два варианта этого изображения. И теперь в завершение такого небольшого обзора я еще раз хочу все-таки повторить, чтобы у вас наглядно отложилось три основных. Видите, всего три. Запомнить несложно. Ну, совсем несложно. Это Этимасия, да, престол Готаванный, Троица Ветхозаветная или Гостеприимство Авраама, то есть выросшее из Гостеприимства Авраама, и Троица Новозаветная или по-другому Отечество. То есть три варианта иконографии. Один полностью символический, другой можно, наверное, условно назвать аллегорическим, да, то есть это не сухо символ, да, это такая аллегория, образ, вроде как он и через антропоморфный, через человекообразные фигуры передан, это образ, да, но все-таки он не буквально, его нужно читать, поэтому он, его можно назвать таким аллегорическим образом Святой Троицы. И третий, который вот такой наиболее прямолинейный, который уже ни о каких аллегориях речи не идет, ну, разве что со Святым Духом. И то выбран наиболее такой привычный символ – голубь. Почему, кстати, про духа я вам так часто акцентирую момент, что это не единственный его символ, потому что иногда вот эта вот персонификация Духа Святого в виде голубя доходит до того, что ну, чуть ли не в голубях, во всех птицах начинают видеть, что голубь там чуть ли не священное животное, знаете, как кошка в Древнем Египте. Просто ну, тоже сталкивалась с таким и в книгах, и в жизни, вот, что голуби такие особо благочестивые птички. Вот это делать не нужно. Если Дух Святой явился в виде голуби, он также в виде огненных языков, давайте на огонь молиться. Ну, как бы, да? Поэтому здесь используется просто наиболее такой привычный узнаваемый символ. В остальном же это очень такой наглядный, прямолинейный, уже без аллегории, без такой, вот есть отец, сын, есть отечество. Вот они так между собой вот. Вот вам, пожалуйста, Троица. На этом на сегодня все. Есть ли у вас какие-то вопросы по этим иконам, по этой иконографии, вообще по Троице? Все понятно в целом? Понятно? Ну, есть, да? Кто-то изображал внизу. Да. Внизу. Где? Знаете, там, давайте сейчас покрупнее откроем, там изображен, скажем так, какой-то святой, но, по-моему, у него стерта надпись. Я сейчас врать не буду, сейчас я посмотрю. Да, у него, к сожалению, стерта надпись, но, судя по его одеждам, это, скорее всего, кто-то из апостолов, потому что он изображен в одеждах, поговорим потом, когда про каких апостолов, он изображен в одеждах античных и с этим склавом, то есть это признак особого достоинства, и со свитком, с символом учения. То есть, скорее всего, это кто-то из апостолов, но кто конкретно, я вам не скажу, надпись стерта, возможно, ну, то есть здесь даже, может быть, и невозможно точно определить, кто именно, когда надпись стерта. А это изображены столпники. Ну, я думаю, что там Семен столпник, и кто у нас еще столпник-то? Два есть известных, да, подвижники таких. Но надо сказать, что надписи тоже стерты, поэтому в иконе такой момент присутствует, что надпись, это очень важно, да, потому что очень многие образы не имеют, это же не портрет, поэтому заменив надпись, можно поменять принадлежность изображения. Ну, не всегда, конечно, но есть, например, мученицы, но они все на улице. Вот, и там просто переписал другую, вот тебе другая икона. Действительно так, поэтому надпись играет в иконе очень большую роль. Здесь надписи стерты, поэтому, к сожалению, мы с вами вот прям на 100% ты и не можем сказать, кто именно изображен. Изображены столбники преподобные.
Здесь изображен, скорее всего, апостол. А вот с именами уже сложнее, подписи нет. Нужны подписи. Или с Христом все просто, нашел крещат и нимб, нашел Христа, то там с Богородицей тоже как бы три звезды на плечах, на лбу нашел, нашел Богородицу. То вот со святыми тут немножко посложнее. А, там внизу тоже круги, да? Да, да, здесь тоже круги, причем здесь очень интересно, здесь они с крылышками. Да, но здесь они тоже на самом деле с крылышками, только крылышки такие маленькие, а здесь такие крылышки, прям крылышки. Да, тоже под ногами. Престолы. Престолы, да, это престолы. Но не престолы, на которых сидят, да. Престолы, как английский чин. Престолы, на котором сидят, вот. Интересно. Вот здесь также есть и херувимы, и серафимы, так что и здесь, только они вот по-другому расположены. Вот, ну, если вопросы какие-то будут, в следующий раз там их задавайте или пишите вопросы. На следующем занятии у нас еще до Нового года с вами сколько получается? Одно или два, да, занятия? Третье будет следующее воскресенье. А потом 30-е. Ну, это, наверное, мы в следующий раз решим, будем ли мы 30-е. Наверное, будем, да. Я хотела с вами посоветоваться. Лучше нам поговорить, наверное, дальше о праздниках или о святых. Наверное, сначала лучше о праздниках. Вам как вообще кажется? Да. Об иконографии праздник. Просто у нас немножко тогда, получается, оно разорвется. Зимними, ну, вот этими новогодними праздниками, но мы же ненадолго там прерываемся. Почему я хотела начать с праздников, чтобы мы успели к Рождеству икону Рождества разобрать. Вот. Так, ну, поэтому я думала, собственно, склонялась к тому, чтобы следующую тему взять иконографию праздников. Вот. А я думаю, что перерыв сильного урона не нанесет, тем больше мы будем говорить там один, два, может быть, три праздника за одно занятие, не больше. Может, и по одному как пойдет. И дальше уже после Нового года мы продолжим, потом уже перейдем к святым. Хорошо. А тогда, вот этот, да? Вот земля, да, почему изображается тоже крестная лента на ней? А, лента это креста. Нет, это не в виде креста, здесь вниз нет продолжения. А, это по сути держава, на нее одевался просто такой как-то обруч с основанием, и на нее закреплялся крест. Это чисто, это скажем так, утилитарно. Да, это изображение державы, которое в себе еще соединяет земную, ну, сферу, изображающую не землю в данном случае, а мир. Мир. Есть такое представление, да, то, что мир там сфера. Вот. И это мир, который вот соединил в себе вот это вот символическое и соединил в себе утилитарное как державу. Поэтому вот это вот именно вот драгоценная оправа, это держава сверху. Крестиком, соответственно, увенчано. Здесь и сюда продолжение. Да, они, видите, как бы держат мир. Троица, и она держит в своих руках мир.